Зажигательные танцы на фоне патрульного автомобиля, а вместо ярких костюмов у детей световозвращающие жилеты. С такого флешмоба в Химках стартовала профилактическая акция сотрудников госавтоинспекции «Засветись». В ней приняли участие школьники из Лунева. Чтоб жилось им без забот, стань заметней, пешеход. Прикрепи скорее значок, чтоб светил, как маячок. Каждый день на дорогах Подмосковья происходит ДТП с участием пешеходов. Часто причиной становится плохая видимость в темное время суток. Именно поэтому в целях профилактики в округе и проходит акция «Засветись». Сделать пешехода заметнее помогут световозвращающие элементы. Световозвращающие элементы значительно сокращают количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Это происходит благодаря тому, что они делают пешеходов более заметными для водителя на большом расстоянии, что позволяет им своевременно реагировать и предотвращать аварии. Сотрудники госавтоинспекции напомнили детям о том, что в осенне-зимний период нужно использовать в ношении одежды световозвращающие элементы, чтобы быть более заметными. Рассказали о правилах безопасного поведения на дороге и подарили школьникам значки и жилеты. Сервер Бекмамбетов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.